Как включить вспомогательные клавиши FN на ноутбуках HP? Вот, значит, наш HP ноутбук. Жмем клавишу F4 и включается сразу панель. Данные клавиши работают также в играх и в любых других приложениях. Это очень мешает работе и игре в компьютер. Нам это не нужно. Для этого нам нужно перезагрузить компьютер. Заходим в BIOS, жмем F10, на павильонах именно F10. Переходим в BIOS, заходим в System Configuration. Переходим в меню Action, Game Mode и ставим Disables. После того, как мы поставили Disables, нам нужно сохранить BIOS. Так, перезапускаем. Теперь у нас должны заработать клавиши FN. Давайте проверим. Для этого зажмем клавишу FN. И попробуем прибавить яркости. Яркость убавляется, яркость прибавляется. Теперь наши клавиши от F1 до F12 работают исключительно с клавишей FN. С зажатой клавишей FN.